с такой сумбурной, быстрой, молодой командой, в которой сегодня под руководством находится Никита Разина. Он сегодня присутствует, но прошлое... Зарядить сейчас команду. Должны они просто с каким-то другим уже настроением идти дальше до конца сезона. Но вот сейчас такой быстрый раз 2-2. На скорости красота. Высота 2 очка. Сопин. Вершинин Владислав. Похлебаев. Передача на Петрушкевича. Дагадин. 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 Здорово. Проваливается. Начали с точки зрения атаки. Сам до конца и забивает. Трешка. Попадает. Скидка в угол. Трешка. Хорошо, это ассист. Бывает почти все броски. На двоих 14 очков имеет. Это все очки, которые набрала команда. А вот и трешка теперь от Викинга. Разин в посте. Будет продавливать. Разин. Нет, не попадает. Здорово на подборе. Здорово. Сопин еще 2 очка набирает. Классная передача. Дальше. Тут Разин не стал бросать. Обыгрывает Лотонова. И флотером Никита. Никита завершает очень хорошо. Никита. Никита завершает очень хорошую атаку для Лейкерс. Красота, красота. Очень хорошо через центр сейчас атаковать. Смотрят, как Викинги боятся. Похлебаева хорошо умеет обострять. И забивает. Забивает здесь этот флотер. Второй попадает. Хорошо, Дагадин. Здорово убивает мяч. Какой перевод. Ай-яй-яй. Много красивых действий. Забить, к сожалению, у Сопина не получилось, но... Двухзначное преимущество для Лейкерс. Молодцы. Хорош, Ми. В атаке сегодня... В атаке сегодня красавцы. Совсем не летит. Дагади. Хорошо в проходе. 2 очка забивает. Викинг. Так, друзья, у меня тут, я вижу, что камера не особо ровная. Сейчас я ее поправлю. Надеюсь... Вот так будет поровнее. Бросок у нас 91 номер Викингов. Вершинин Владислав не попадает. Но вот ответка Делянченко. Он сегодня правда хорош. Разин. Разин, Евростеп. И Эндван. Молодец. Молодец, Никита. Пас на Фатахова. Фатахов на Лотонова. Лотонов, флотер. Не попадает. Петрушкевич. Здорово. Здорово из-под кольца. Забивает 2 очка. Как игры очень хорошо сейчас видим у Викингов. Я сразу сказал, что команда более команда, более командная, более сбалансированная. Индивидуально в скиллах пытаются вытаскивать. Но вот было пару моментов, когда очень классно раскидали. Сейчас. Тогда это будет крутой перформанс. Вот и... Как минимум поможет команде Делянченко. Попадает. Делянченко. Оба попадают. Оба попадают. Пока получается. Пока получается против достаточно крепкой в защите команды Викингов. Классно показывает себя. 2 очка
2 очка. Сопин, передача на дугу. Ой, классно, раскидали, и Сопин завершает. Завершает эту атаку, 2 очка. Петрушкевич на подборе. Петрушкевич склонение забивает. Молодец. Хороший парень с фолом. Что с ним творят Лейкерс, Кляр. Попадает штрафной, Скляр. 7 очков. Здорово. Влипаем, накрывает сейчас Скляр. Быстрая атака. Сильных обострений от них не видно пока на старте второй половины. Хороший проход. Хороший проход. Воу! Какой перехват от Подлипаева. Взлетает он и 2 очка забивает. И не точим. Не точно, выбрасывает ее. Хорошая атака сейчас складывается для викингов. Сафонов! Прошлая атака. Викинги. Петрушкевич. Классно поднял. Петрушкевич. 40-39. Почти догнали. Почти догнали викинги. Сбрасывание. Получает Райзен. Райзен открытый. Ну, наконец-то. Давай! Да. Попадает трешка. Средний не попадает. Сопин Степан. Самигули. Красота. Красота Разин. Вот она. Дальний заброс. Хороший. Надо забивать Фатахову. О-о-о, защита. Защита на месте. Будет. Ну вот так. Лейкер. Тасок. Вот сейчас бросает у нас Делянченко, не попадает. Азат Смигулин. Заброс вперед. Из-под кольца. Хорошо. Хорошо тебе завершение сменить. И также собраться. И до конца сыграть. Тренерская команда. А вот как сейчас Лейкерс классно взаимодействовали. От Сопина, и Сопин 2 очка забивает. Воу, Сафонов, трешечка. 3 очка Сафонов. И до минус 6 сокращает отставание. Разин до конца пойдет. Разин с правой руки. Разин. Йоу, забивает. Скляр. Скляр на дриблинге. Трешка. Воу, красота. Ну а вот на прошлом Никита Разин, он раньше был совсем не такой здоровяк и очень хорошо играл. Да. Не только любить. Да, по очкам либо не тому записали, либо вообще не зашли в целом, там не увидели, как кто-то штрафной забил и так далее, то тогда да. Это уже серьезная ошибка. Такая. Более важно, если вы, ваша команда там в итоге победила, а не эти цифры, которые у вас в статистике. Еще одна трешка, какая важная. Никита. Хороший проход, подлетает. Забивает 2 очка. Можете написать. Можете написать Максу, если. Это Макс это. Вот, поэтому. Как-то там уже дальше будет рассматриваться это дело. А у нас тут напряжение. Напряжение. Дело не до обсуждения. Минуты ты должен забивать очки для своей команды. Вот сейчас Делянченко будет нам демонстрировать, умеет он это делать или нет. Попадает первый, молодец. И второй тоже реализует. Красавчик, красавчик. Да, это вышесказанные слова. Реабилитировались.
реабилитировать сразу вершины. Разин попадает первый. Здорово. Да, прав, поэтому. Хоть кричи мимо, хоть кричи Дима. Все равно получишь технический. Вот такой закон. Разин. Сейчас для Лейкерс. И там уже 10 секунд будет после второго тайм-аута на то, чтобы Викинги забили трёшку. Тайм, но если это случится, это будет, конечно, очень интересно. Разин. Два из двух. Убивает.